Друзья, этой ночью произошла трагедия в центре Москвы. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте свежие новости, которые мы делаем только для вас. Полицейский участок сообщает нам страшную новость. Оказывается, этой ночью в центре Москвы, недалеко от своего дома, неизвестными лицами был избит и ограблен российский артист, юморист Леон Измайлов. На данный момент артист находится в больнице с серьезной травмой головы. Это произошло прямо возле подъезда дома, в котором он проживает. Нападавшие похитили у артиста мобильный телефон и кошелек, в котором находилось 50 тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции заняты поисками данных лиц. Будем надеяться, что они будут найдены и наказаны. Не пропускайте наши новости, которые появятся уже завтра рано утром на нашем канале, друзья.